Смотрите. Смотрите, сколько света и улыбок и людей. Тут, конечно, нет секрета. Уберёзки юбилей. Буквально пару лет мы проводим в детском садике, но эти годы вполне могут стать одними из лучших в нашей жизни. Немало таких вот светлых моментов видел детский сад «Березка». Хватит на целых полвека. Свой 50-летний юбилей коллектив садика номер 27 отмечает в действительно неравнодушной атмосфере, слушая теплые слова воспитанников, родителей и почетных гостей. Мне хочется, чтобы родители всегда были вашими соратниками в решении любых вопросов и любых проблем. Ну а воспитанники, какие большие высоты они потом бы не занимали в своей жизни, они всегда помнили, что когда-то они ходили в детский сад номер 27 «Березка», и что им там было хорошо, тепло и уютно. Ваша задача как педагогов, как людей, которые вкладывают в маленькие вот эти души, хорошее, доброе, вечное, она очень важна, ваша роль. Поэтому мне, наверное, от родителей, от отца, от деда уже, да, низкий поклон вам за то, что вы делаете. Ровно полвека назад, в 1966 году, детский сад «Березка» открыл свои двери для детей в Чкаловском, в то время еще военном городке. Уже тогда насчитывал целых 12 групп. Почетное звание самого крупного садика в районе подтвердил в 2011 после возведения пристройки. На сегодня мы самый большой детский сад в районе. У нас 430 воспитанников. 50 лет, 50 выпусков. Все это время о воспитанниках заботится весьма сплоченный, дружный коллектив. Многие из этих людей отдали воспитанию подрастающего поколения не одно десятилетие и вполне заслуженно были отмечены в честь юбилея грамотами главы Щелковского района. Практически с самого основания «Березки» в садике работает Татьяна Васильевна Скобелкина. Из них порядка 20 лет посвятила воспитанию ребят в духовно-православных традициях. Сначала я иду таким путем, значит, любовь к матери, да, через икону Казанской Божьей Матери, я подчеркиваю детям, какая вот любовь и единение матери и ребенка. Так, год за годом вторые мамы заботятся о том, чтобы самые беззаботные моменты жизни их воспитанников были также основой нравственного и творческого развития малышей. Коллектив «Березки» уверен, эти позитивные традиции, энтузиазм и сплоченность им удастся сохранить и на следующие полвека для будущих поколений воспитанников и воспитателей. Александра Гранич, телерадиокомпания «Щелково».